Всем-всем-всем, сальнямчики, братанчики, принцессочки, всем большой салем, с вами ваш кумыс, как говорится, здесь, а тут они там митца, лайк, поржал, кумысте руку пожал, волды тут, волды поймут, волга уга на 30к, метробусы, всем здравствуйте. Хочу немножечко подытожить, ребята, вам первый день игры метрошечки. Естественно, все думали, что что-то исправят, что-то добавят, но пока ничего интересного в метрошечку не добавили. Играем в том же режиме, играем с теми же багами. Уже я тут попадал и с читаками, и с багаюзерами, закрывали меня сверху. Блин, послевкусие, честно сказать, не очень хорошее. Такое себе послевкусие. Ожидал, конечно, вздохнуть и поиграть, кайфануть. Ну, вроде бы играешь, кайфуешь, но какое-то такое, знаете, темная тень с прошлых сезонов, с прошлым багами все-таки несет за собой шлейф. И не очень комфортно играть. В любом случае, я ловлю кайф, так как хотя бы такой кайф до 10 января нужно ловить, потому что классика метрошка, она для меня уже из себя изживает. Поэтому в метрох и даже с такими багами, даже с читерами, играя против них, я стараюсь кайфовать, и вам того же я советую. Кайфуйте, играйте, потому что 10 января его снова уберут. Но говорят, что после января или в конце января выйдет метро 2.0. Это по сливам индийского пабга. То есть там пишут 20 января, но сразу говорю, это не точно, потому что индийский паб с нашим пабгом лучше не сравнивать. Что можно выделить, что можно отметить? Вы заметили, что люди начали юзать меньше подстволок? А знаете почему? Потому что вот такой вот баг у нас есть. Я вам сейчас тоже покажу это. Уберу, подождите. Вот такой баг у нас есть. Подстволка показывает, что она не перезаряжена, но на самом деле она перезаряжена. Я не знаю, что разрабы делали с подстволками. Может, они хотели понерфить урон, но что-то у них пошло не по плану. В итоге там вместо одного зарядного устройства подстволки видно просто 0, либо наоборот 20-40 патронов, если вы там носите, допустим, бедрил, эмочку и так далее. То есть вот такие вот баги с подстволками существуют. Что еще по поводу нового? А, есть еще одно. Я здесь покажу. Если вы убиваете бота, теперь у вас скилл-чат с ботом не показывает. С одной стороны, это очень даже хорошо. Если вы убиваете челиков, вы понимаете, сколько вы человек убили. Но с другой стороны, а КД теперь как влияет? КД на что решает? Он смотрит на киллы ботов, смотрит на то, что вы выжили и ушли. То есть КД здесь, конечно, нужно подумать, как КД правильно отчитывать. Не просто по киллам считать, потому что некоторые люди просто берут на КЗшечку, поднимают там лямами метровалюты, просто у них там окупается в этих деньгах, а у них КД, допустим, там 2 или 1, или вообще 0, есть такие люди, есть, но зато они метро играют очень красиво, тактически, и у них бабок немерено. Знаю, что еще можно добавить, пока первый день такой странный, много багаюзеров, много читеров мне уже попадали. Поэтому, ребята, я вам просто посоветую, просто кайфуйте, играйте, наслаждайтесь. Тем более, скоро будут уже новогодние каникулы, поэтому, ребята, кайфуйте, играйте, расслабляйтесь. Плюс я хотел еще посоветовать, ребята, открывается магазин, ссылочка в него в описании, переходите на Telegram. С завтрашнего дня цены упадут на 20%, поэтому переходите, подписывайтесь, скоро там будут скидки. Также переходите в общий чат Telegram, находите себе сокомандников. В общем, чате адекватные у нас ребята, с удовольствием поиграют, научат и объяснят. Ребят, я хочу вам, наверное, здесь маленький ролик показать, как я начинал с нуля, потому что очень многих ребят интересует, что вы покупаете за 500 тысяч метровалют, которую вы получаете, да, я вот тут вот его отметил. Предоставлю вам ролик, с чего я начинал первую каточку в метрошечке. Всем хорошего дня, всех обнял до хруста, пока-пока. Подожди. Так, сейчас, может, сначала попробуем в первую очередь зайти в скидочный магазин. Когда вы заходите в метрошку, заходите обязательно в скидочный магазин. Чекайте, может, со скидки у вас будет улучшенная МКшка. Сейчас я попытаюсь ее выбить по дешевочке. Посмотрим. Так, пока бесплатно можно. Так, скорелечка, улучшенная QBZ-шка не хочу. Так, еще раз можно. Мало, еще раз можно. Блин, ну давай улучшенная МКшка. Сучка. Сучка. Так, все. Цены поднялись. Цены поднялись. Заходим в магаз. СВшки. ППшки, СВшки. Вроде СВшки. Лоу, ты что мне мозги паришь? МБшки, что ли? Да. Так, улучшенная МКшка у нас стоит 390 тысяч. 390 тысяч. Это 400 тысяч. Блин, это дороговато. Так, ладно, дойдем на черный рынок.
по скидке попробуем что-то понакупать. В принципе, 1000 можно потратить, 50 тысяч я могу скинуть на скидос. Так, что можно тут купить? Тут-то пока ничего не можно купить. Дальше. Ебо! Есть МКшка улучшенная! Ай-я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 й! Красавица! На сколько дешевле? На 40 тысяч дешевле! МКшечка улучшенная со скидосиком кумыску! Иди сюда, моя дорогая! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-я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 й! Красавчик! Ебо! Есть МКшечка на связи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-такс! Такс, хорошо. Такс, улучшенную взяли по скидке. Погнали по шмоту. Черный рынок. Так, оружие. Броня. 200. Угу, 60. Угу. Такс, угу. Так, броня. 200. Угу. Можно взять третью броню, в принципе. 60 плюс 60, 120. Рюкзак можно взять второй за 20. 120, 140 тысяч. У меня останется 50 тысяч. За 50 тысяч патриков не прикупить. Так, давайте броню и рюкзак возьму по 20-ахе. Так, рюкзак тоже по 20-ахе. Шлем возьмем третьего. Хорошо. Так, 80 тысяч осталось. Все делаем грамотно, пацаны, все делаем грамотно. Все начинаем очень грамотно. Это можно продать. Так, сковородки. Теперь нам нужны патроны. Я кил запрос, принимай ПЖ. Бронь не покупай, с пласта выбьешь. Ну, я купил, ничего страшного. Так, патроны возьмем пока начищенные. 200 штук хватит для начала. Чуть-чуть разрывных, буквально штук. Блядь, нет, не чуть-чуть. Пока сосем. Возьмем зеленых 100 штук. Так, гранаты. Так, аптечки надо взять. 4 штуки возьмем. Бустики надо побольше взять. 9 штук возьмем. Так, молики, дымы надо. Нет, нет, это не будем брать. Дорого, 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 блядь, дорого, блядь. Кумыс бомжна. Просто начинает бомжа. Начинает бомжа. Так, все. Вот первая закупочка, ребята. Первая закупочка, она выглядит вот так. Если у вас улыбнулась, фартанула, улыбнулась, как у меня. МК улучшенная, ёпсель, мопсель. Правда, она без хрена, без ничего. Вот это плохо. МК все без хрена, хотя бы прицел надо купить. Сколько он стоит? 20 тысяч. Дорого. Коллиматор возьму. Возьму коллиматор, дуло. Бля, все так дорого, но. Ну, давайте пока дешевое все возьмем. Зеленое. Магазин тоже зеленый возьмем. Приклад тоже зеленый, чтобы хоть какая-то отдача минимальная была. Писец, блядь. Просто посецно. Кумыс, можешь по игре разговаривать будет? А чё в Дискорде не так? Там аж связь можно подслушивать, нет? 3x купи и целый магаз. Да все, я взял. Ну чё? Полетели на Метелина?